Всем привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума, и я Дима. Сегодня распаковка. Давно с вами не общался, но вот решил хоть какое-то видео сделать. Мой подписчик из Латвии, город Рига, прислал мне посылку. Это касательно тетраселмиса, для тетраселмиса. Большое ему спасибо за это. Давайте же вскроем и посмотрим, что же внутри. Так. Почта тут все. Все запечатано. Так, сейчас. Опа. Да, ребята, прошу прощения, видео будут выходить теперь не так периодично, как раньше, ввиду того, что я сменил место заработка денег, скажем так. Поэтому меньше у меня теперь свободного времени. Но это не значит, что я за вас забыл и не буду делать видео. Итак, давайте посмотрим, что же это. Вот так все упаковано. Красиво. Это все упаковка. Вот. Итак, это у нас фитостабил нарунг концентрат для фитопланктона. В общем, это корм для фитопланктона. Вот. Нужно будет изучить его спецификацию в интернете, как правильно кормить, и попробуем сделать эксперимент. Я возьму одну бутылочку с тетраселмисом просто на воде и буду там добавлять макро, скажем, да, ермолаевское, и будем добавлять вот этот фитостабил. Вот. На этом распаковка закончена. Спасибо за внимание, спасибо моему подписчику из города Рига за вот такой презент полезный. И давайте ожидать, когда же я все-таки сделаю эксперимент. Как только это произойдет, я сразу сделаю видео. Вот. Всем пока-пока.